Wake up, Jimmy! The class is not over yet. As I was saying, Russian middle names always end with Ovich or Ovna, which means son or daughter after the father's name. For example, Putin's name is Vladimir Vladimirovich, which means he is Vladimir son of... Son of Vladimir? Son of a bitch. Я не кидал никого никогда, я говорил только да, иногда голодал, иногда пропадал, безутешно рыдал, не рыгал, потому что не пил, татухи не бил, концы не рубил, отца уважал, не лажал, тёлок домой провожал, не обижал, на прощание руку жал. Ага, я не воровал, не перебивал, не забивал, не забывал, не забивал, чё ты перед не привал, перед что? Я не понимал, не покупал, киоски Беломорканал. О, ты кидал, тыки-тыки-ты кидал, ты кидал, тыки-тыки да-дал, ты кидал, тыки-тыки-ты кидал, да-да, у-ху. Я не боюсь никого ничего, кроме тебя самого. О, айкидо, айкидо, о ты до. Я здоровый молодой, я веду здоровый образ жизни, с утра делаю зарядку, я яичницу смятку. Ты в порядке, непорядок, не люблю.